привет! Это рубрика «Обзорчик», и сегодня будем обозревать полезное приложение для тех, кто не может заснуть. Поэтому давайте начинать! Быстро заснуть, успокоиться или научиться искусству медитации вы сможете благодаря приложению «Серотонин». Это гормон счастья только в вашем мобильном телефоне. Давайте подробнее посмотрим, что есть в данном сервисе. Когда вы скачали приложение и прошли регистрацию, на главном экране появляется несколько разделов. Это сон, медитация, мотивация и дыхание. Приложение «Серотонин» вы можете расслабиться под приятные звуки природы и быстро погрузиться в сон, научиться медитировать и осознанно дышать, а также каждый день сможете получать аффирмации для достижения своих целей. Если хотите улучшить сон, перейдите в одноименный раздел и выберите то, что вам сейчас требуется, например, погружение в сон. Также можете посмотреть заданную длительность и инструктора данной практики. А вот музыкальное сопровождение на фоне можно выбрать вручную, какое больше откликается. Далее нажимаем «Начать отдых» и погружаемся в медитацию. Добро пожаловать в медитацию, которая подготовит вас к глубокому, мирному, восстанавливающему сну. В сервисе есть медитации и практики на любой запрос. Приложение простое и удобное в использовании, а еще очень красивый и приятный интерфейс. Так что пользуйтесь! На этом пока все. Новый обзор смотрите уже на следующей неделе. Всем удачи и побольше хороших приложений!